сейчас 11:30 ночи, это по местному времени, а по флоридскому времени 2:30 ночи. Сейчас ищем автобус, чтобы нас отвез на рентал кар центр. Берем прокатную машину и едем уже в отель ночевать, поскольку очень хотим спать. Компания, которая сдает автомобили, закрывается в 12:00 ночи ровно и открывается в 4:00 утра. Поэтому нам нужно успеть до 12:00 забрать автомобиль. Успели снять автомобиль, как раз вот тюкелька в тюкельку. Сейчас получили же бумажку. Заняло у нас это буквально 5 минут оформить все эти документы. Ну, там, грубо говоря, расписаться, заплатить кредит. И все, идем сейчас за автомобилем и едем в гостиницу. Elantra? Elantra? Yes, sir. Okay. And no Corolla, yeah? Only Elantra, yeah? Okay. Сейчас проверим быстро на какие-то дефекты и будем выезжать. Вот специальное вот место, GPS Sync Area, для того, чтобы установить навигатор. Чтобы не останавливаться, где попало, можно заехать. Наш номер, который нам обошелся в $50 за ночь. Ну, в принципе, ночевать неплохо. Вот только что буквально проснулись, и такой вот вид открывается калифорнийский. Мы видим горы, у нас во Флориде вообще нету гор, совсем тут другая природа. Путешествовать мы будем ровно 3 дня, четверг, пятница и суббота. Планируем заехать в Лас-Вегас, собственно, вот этой ночью мы переночуем в Лас-Вегасе. Дальше мы поедем в национальный парк Долина Смерти, ну и на обратном пути, возможно, заскочим в Лос-Анджелес, если успеем. И в субботу вечером, в 9 вечера, мы снова вылетаем в Орландо. Я буду вести небольшой блог, отчет о нашей поездке, показывать те места, где мы будем проезжать. Думаю, будет интересно. Мы уже выехали в сторону Лас-Вегаса. Ехать нам 4,5 часа, это 320 миль. Такой вот маршрут, мы немножечко задеваем Лос-Анджелес, но не заезжаем в него. Едем прямо в Лас-Вегас. Тут совсем другая природа. Очень не похоже то, что мы видим во Флориде. Может, во Флориде все ровно, а здесь постоянно горная местность. Ну, будем ехать по пути, снимать какие-нибудь интересные кадры, интересные места, которые будем проезжать в сторону Лас-Вегаса. Внимание, что мы вот едем и едем, как бы уже за городом, по трассе, горная местность, как вы видите, и вот на каждой горе стоят какие-нибудь домики, причем не дешевые, то есть люди вот расселяются по всей территории, вот гора, да, вот там вдалеке, вот может быть видно, стоят особняки, вот на самой верхушечке, то есть они строят себе домики, вот так вот они живут, такое здесь тип поселения. Заехали на заправку Shell. Бензин здесь значительно дороже, чем во Флориде. Стоит он 2,55, когда во Флориде сейчас цена бензина $1.90. То есть значительно дороже, чем во Флориде.
Хотели нас обмануть на кассе. Вместо 5 долларов решили пробить 10. И сама тычет, сейчас вот клацать. Я говорю, стоп, куда 10 долларов? У нас еще на 5 долларов товара. Ой, сори, переделал на 5. Так что будьте осторожны. Бывает здесь тоже мухлюют на кассах. Проверяйте всегда, что вы берете, сверяйте с чеком. Потому туриста могут обманывать. Ну, продолжаем наш путь. Здесь очень-очень красиво. Вот видите, такая вот горная местность. Мы постоянно едем через горы. Потрясающий вид. Конечно, камера это все не передаст. А лучше приехать и посмотреть живьем. Sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. Kiss me up before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that, baby, you're the best. I like it when it goes away straight. I like it when you ends in my dreams. В общем, заехали на еще одну заправку купить хот-доги и очередной прикол на кассе. Дело в том, что когда покупали хот-доги, было указано, что если покупаешь 2 хот-дога, то это стоит 2 доллара. На кассе выяснилось, что нужно платить не 2 доллара, а уже 4. Плюс мы еще купили яйца там за 1,5 доллара, то есть 5,50. И мы говорим, смотрите, там же скидка. Подходим, он говорит, ой, сори, это, ну, ошибочная была скидка, то есть это не на то распространяется. Он говорит, но ничего страшного, я могу вам продать за 2 доллара 2 хот-дога. Ну, вы хотите? Ну, да, спасибо. Он что-то химичил на кассе, у него не получилось, и все равно выбило это 5,50. Я заплатил с карточки 5,50, но поскольку он обещал сделать нам скидку, нам вернули 2 доллара. Вот, собственно, вот хот-дог, и вернули 2 доллара. Думаетесь, да, вот если бы в Украине заехали бы на заправку, вы купили 2 хот-дога по цене каждые 2 доллара, и вам, поскольку они сами ошиблись, положили на хот-дог не ту акцию, вернули вам 2 доллара наличкой, просто с кассы достали, вот держите, без проблем. Уже начинается центр Лас-Вегаса, то есть та часть, где сосредоточены все казино, все знаменитые отели. И мы вот уже заезжаем буквально через несколько минут в самый центр. Парковка оказалась платная, но не такая уже дорогая. До 4 часов 5 долларов. Все, что выше 4 часов, сутки и больше 8 долларов. Поэтому машины, скорее всего, оставляем. Сейчас идем селиться в отель, а дальше уже будем гулять пешком по Лас-Вегасу, по казино. То есть машину мы уже заберем завтра утром. Обойдется это 8 долларов. Парковка громадная, то есть только первый уровень. А таких уровней тут 4. То есть
люди едут просто огромное количество, тем более сегодня День Благодарения, туристов много. Думаю, будет весело. Внутри пирамиды. Сейчас ищем стойку регистрации. Как видно, здесь сразу же игровые автоматы. Сразу же, пожалуйста, играйте, тратьте свои денежки. И вот, получается, мы в середине этой пирамиды. Как видно, это каркас. Но по бокам это все под номера. Вот как это выглядит изнутри. Людей просто очень много, все на регистрацию. Думаю, чтобы зарегистрироваться, придется потратить целый час. Двигаемся по пирамиде, ищем наш номер. Нас поселили на 4-м этаже. Ну вот, такой вот номер в пирамиде. Ну, в принципе, симпатичный, такой опрятный, красивый. Кроватки. Правда, к сожалению, вид здесь не очень, потому что мы на 4-м этаже, потому не видно Лас-Вегаса. Да? Этот номер нам обошелся где-то в $110 с налогами, то есть со всеми таксами, там сервис фи для туристов, и то есть там очень много. То есть базовая стоимость там $75, плюс они накручивают еще свои налоги, и еще плюс $8 мы сразу заплатили за парковку, то есть за сутки, и не нужно будет платить на выходе. В номере оказалось не работает печка, то есть кондиционер дует только холодным, а мы пытаемся поменять номер, там они говорят, сейчас вызовем мастера, мастера непонятно где, когда ждать, он там бегает. В общем, сейчас мы идем вниз, будем требовать, чтобы нам поменяли номер, но такая вот неприятная неожиданность. Наверное, будем ставить негативный отзыв сразу же изначально этому отелю. Ну, посмотрим, как решится сейчас проблема с заменой номера. Ну, все, без каких-либо вопросов поменяли нам номер. То есть ничего не задавали, сразу выдали новые ключи. Но теперь мы будем жить не в пирамиде, а в башне. То есть вот тут целый комплекс получается, этого люксора. Теперь нам дали номер в башне. Вот сейчас идем в эту башню, посмотрим, собственно, какой там номер, есть ли там отличия. Вот такой вот лифт. И вот наш номерок. Сразу такая вот картинка. Я скажу, что он выглядит лучше, чем тот, который у нас был. Как-то солиднее выглядит. Две кроватки, шкаф. Вот такой вот номер. Вот, а вид у нас такой. Конечно, камера не захватывает много света, но, думаю, видно. Вид уже стал гораздо лучше, чем было в той пирамиде на 4-м этаже. Мы сейчас находимся на 8-м уже этаже. Печка работает отлично, очень тепло, потому все-таки не зря мы поменяли номер, то есть настояли на своем и сделали апгрейд. Я думаю, что этот номер гораздо дороже, чем тот, который у нас был. Здесь более солидная ванная комната, потому что если там была только душевая, здесь, ну, здесь тоже душевая есть, то здесь также есть еще и ванная. То есть номер изначально более солидный. Вот как бы это все выглядит. Даже картина здесь есть. А вот пирамида. Вид со стороны. Вот прожектор светит. А мы, получается, живем вот в этой башне. То есть мы живем не в пирамиде, мы живем вот в этой башне. Вот вечером здесь такой движняк.
это все конфеты. Можно набирать конфет. Миллионы, миллиарды конфеток. Какие хочешь. Рай для сладкоежек. Такое ощущение, что гуляешь днем по настоящему городу, по маленькой Венеции. Вот из-за этого неба голубого и хорошего освещения, домиков, действительно кажется, что ты не в выдуманном городе, а в настоящей Венеции. Атмосфера просто потрясающая. Это создается впечатление, что ты гуляешь по вечерней Венеции. Ну, это зрительный обман, конечно же, но очень качественно сделано. Конечно, на камере это не передастся, но очень советую приехать и посмотреть на все вживую. Я вот второй раз в Лас-Вегасе, но первый раз здесь в Венеции. Это бомба. Закинул $10, а что-то оно насчитало мне очень много. Подождем, сколько же я выиграл денег. Я выиграл $53 за один раз.